Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Nissan, вот треножка, пробег небольшой, мне теперь нужна машина побольше, надо менять. Сама-то корыто с гвоздями, моя еще ласточка. А вот здесь, трейд-ин, сейчас действует такое предложение, от которого невозможно отказаться. Сейчас все расскажу. Если, допустим, ты решила поменять свою машину, привозишь ее сюда, здесь тебе делают диагностику, проверяют ее, ты пока выбираешь, и вот, скажем, твоя оказалась дешевле, чем ту, которую ты выбрала. Здесь же можно оформить кредит и сделать доплату. А если наоборот, твоя дороже, то трейд-ин выплатит тебе разницу. Представляешь? А вот, допустим, если ты захотела продать свою машину быстро, приезжаешь в трейд-ин, оформляют сделку всего лишь за час. За час! Ты кофе иногда дольше пьешь. А еще, если ты, допустим, никуда не торопишься, ты можешь поставить на реализацию машины в трейд-ин, она здесь простоит, ну, скажем, 21 день, и если ее никто не купил, ты приезжаешь, забираешь свою машину и спокойненько уезжаешь, причем не платишь ни за диагностику, ни за химчистку, ни за охрану, вообще ни за что. Знаешь, о чем мечтаю? Выхожу я из подъезда, стоит вот такая белоснежная красавица, вот с таким бантом, а здесь на, ты, Жанна, ты самая лучшая, это для тебя. У меня тут же будет сердечный приступ. И вот, чтобы у меня его не было, видимо, никто мне это не дарит. Трейд-ин при покупке автомобиля вот с таким вот бантом тебе дают подарок. Нет, это не кружка или ручка, это вот прям самый настоящий такой классный подарок. А подарки даже менеджер не знает, это будет сюрприз для тебя. Ну все, я, кажется, выбрала. Ну, конечно, она дороже, чем я рассчитывала. Придется доплатить, но она того стоит. Хотя, у меня будет подарок. Знаешь что? Есть просто мероприятие, а есть финал теннисного турнира. Гоу! В этом году турнир Abella Cup был представлен как в любительском разряде. У нас играли любители в Тверской области. На протяжении тоже двух дней разыгрывали, может быть, не такие красивые кубки. Они также боролись за грант, который предоставляет основатель турнира «Надежда Абелла», где каждый играл с каждым, играл против каждого. В итоге каждый набирал свою копилку выигранные геймы. Был самый приятный и очень хороший момент, что все победители-призеры, те денежные гранты, которые они выиграли, они отдали в благотворительный фонд «Надежда», даже не вскрывая. Может быть, там была квартира в Лондоне, может быть, там была новая X7, которая у нас представлена сегодня на этом турнире. Ну что, как я смотрюсь на фоне? Белый BMW X7. Как ты хотела, серьезный вид спорта, серьезные спонсоры. Кстати, здесь лазерная оптика. Ты стреляешь глазками, а она тебе? В том году мы начинали как любители. В этом году у нас была любительская часть в среду и в четверг. А сейчас все выходные идет турнир, профессиональный российский теннисный турнир Abella Cup. И сейчас мы присутствуем на мужском финале. И турнир на самом деле проходит так классно и так здорово, как могут проходить соревнования самого высшего ранга и класса. У нас приехали такие игроки, которые мы можем видеть на турнирах Кубок Кремля, в квалификации US Open и Уимблдона. Две замечательные теннисистки, которые профессионально занимаются теннисом и теннисом зарабатывают себе на жизнь. Сегодня завершился турнир, мне удалось выиграть, так что настроение супер, состояние тоже, очень рада победе. Ну, у меня две лучшие подруги. Это, конечно, ты, моя дорогая, и BMW X7. Ну нет, я шучу. Теннисный центр Румянцева.